Куда же ты подевался, Морфеус? Как мне тебя вернуть обратно? А может быть, ты свободен и уже не хочешь возвращаться в зеркало? Морфеус? Алло, Вера, как же я долго ждала твоего звонка! Ну что, что ты узнала? Соня, мы очень долго пытались узнать местонахождение Морфеуса или установить с ним контакт, но нам это не удалось. Почему? Я не знаю. Возможно, мы его потеряли. Нет, этого не может быть! Соня, я понимаю, тебе не понравится эта идея, но тебе лучше избавиться от этого порошка. Он уничтожает магические вещи. Нужно держать книгу снов от него подальше. Да, Вера, ты права. Но неужели нет способа вернуть его обратно в зеркало? Способ есть. Нет Морфеуса. А если я его найду? Как? Он, кажется, вышел со мной на контакт. Серьезно? Да, возможно, я видела его. Так как его вернуть обратно в зеркало? В книге снов на странице 537 есть заклинание, возвращающее дух обратно в артефакт. А что ты именно видела? Я видела тень человека в зеркале. Тень? Неужели? Этого не может быть! Что? Неужели он в мире теней? Так-так-так. В принципе, такое возможно. Почему я об этом раньше не подумала? А есть возможность как-то вытащить его из мира теней? Да, такое заклинание существует. Оно на странице 276 книги снов. То есть я могу сначала вернуть Морфеуса из мира теней, а потом вернуть его обратно в зеркало? В принципе, да, но есть одно но. Какое? Убедись на все 100, что это именно Морфеус. В мире теней очень много разных сущностей. Будь осторожна. Да, Вера, я обещаю. Ну же, Морфеус, пожалуйста, появись. Пожалуйста, Морфеус, если это ты, подай мне знак. Я знаю, как вернуть тебя. Алена, наконец-то! Ты видела Карину? Что она сказала? Да, видела, но она ничего не знает. А чумной доктор? Она потеряла с ним связь. Но она сказала, что если вдруг получится с ним связаться, то она обязательно спросит его про антидот. А у тебя что нового? Мне только что звонила Вера, и она сказала, что, возможно, Морфеус находится в мире теней. И если мне удастся установить с ним контакт, у меня получится вытащить его с помощью заклинания. А как это сделать? Дело в том, что я сегодня видела тень в зеркале. И я подозреваю, что это был Морфеус. Серьезно? А есть заклинание, чтобы вызвать его на связь? Точно! Есть одно заклинание! Мы с Настей когда-то его использовали. Хорошо, что ты мне напомнила. Нужна свеча и зеркало. Магические силы, черные и белые, проходящие сквозь пространство и свет. Где бы ни был Морфеус, подайте нам его сюда.
Магические силы, черные и белые, проходящие сквозь пространство и свет. Где бы ни был Морфеус, подайте нам его сюда. Магические силы, черные и белые, проходящие сквозь пространство и свет. Где бы ни был Морфеус, подайте нам его сюда. Морфеус, это ты? Соня, мне страшно. Алена, пожалуйста, не оборачивайся. Морфеус, если ты не можешь с нами говорить по каким-то причинам, пожалуйста, дай нам знак. Соня, вдруг это не он? Я не знаю. Кто ты? Соня, ну вдруг это все-таки не Морфеус? Давай включим свет. Нет, пожалуйста. Ты хочешь нам помочь? Ты знаешь что-то о Морфеусе? Что он делает? Что тут происходит? Вы духов вызываете, что ли? Нет. А что это за атрибуты колдовские? Свеча, зеркало, книга. Там что, какие-то заклинания? Это мы просто на женихов гадали. Да, это просто гадание. Сужи наряженные, приди ко мне наряженные. Рано вам еще о женихах думать. Ой, да ладно, мы с девчонками в таком же возрасте тоже гадали, ничего страшного. Соня, ОГЭ на носу. Лучше бы пару лишних билетов прорешала. Да, особенно по математике, а то женихов они себе тут высматривают. Да мы так, ради прикола. Никто и не пришел. Да, неудобно получилось. И Морфеуса спугнули. Он ведь пытался нам что-то сказать. Смотри, там на двери что-то написано. Аливо? Что за бильберда? Не знаю. Может быть, загуглить? Ну что, там есть такое слово? Нет, ничего нет. Никакой информации. Может, это его имя? Может, ты неправильно записала? Да нет, вроде все правильно. Только эта буква не похожа на L. Точно! Это J, только отзеркаленная. Уиджа. Тоже билиберда? Нет, это не билиберда. Уиджа. Доска Уиджа. Неужели ты не слышала? Да, что-то слышала. А что это? Спиритическая доска. Серьезно? То есть он хочет... Да, он хочет поговорить с нами с помощью этой доски. Где нам взять такую доску? Она у меня есть. Вот она. Еле отыскала. Ого, какая прикольная доска. Откуда она взялась? Мы с Настей покупали. Правда, это было очень давно. Немного страшновато это делать. У нас нет выбора. Мы должны попробовать. А вдруг это все-таки не Морфеус? А вдруг он? Я никогда раньше этого не делала. Что нужно говорить? Ничего. Просто нужно задавать вопросы и еще придерживать кончиками пальцев вот эту планшетку.
есть ли здесь дух, который хочет поговорить. Это ты сделала? Конечно, нет. Морфеус, ты здесь? В. И. П. У. С. Т. И. Выпусти. Он хочет, чтобы ты его выпустила. Ты хочешь, чтобы я прочитала заклинание? А вдруг это не он? Если это ты, Морфеус, докажи мне это! Это он! Это он, Алена! Ты уверена? Да, я видела! Алена, это был он! Дай мне книгу снов! Врата между мирами отворитесь! Силой заклятия дух освободите! Спонсоры моего канала: Елена Круглова, Сказки и кошмары Вероники и Варвары, Лиана Барон, Соня Роблокс, Макс Гик, София Питкалетти, Нела Кучерова, Никита Страшилки, Людмила Ягубова, Наталья Кулькова и Дневник Карины. Спасибо за просмотр, друзья, и до встречи на канале Непета.